Улица. Скажите, как улица? Я не знаю, Миша. А куда ты куда вы пойдете? Деньги платила. Ну я вас довез до центра. А куда вас? Все, я пойду домой все. Да вы не дойдете отсюда домой. Нет. Это улицу скажите, я вас отвезу. Как называется улица? Не знаю, я забыла. Ну а куда вы сейчас пойдете, забыла? Пойду там еще. Так а дом-то ваш где? Я вы так скажите, туда-туда, я вас туда довезу. Как вы пойдете-то? Вы хоть на машине? Я же деньги же сама заплатила же. Ну вы заплатили деньги, я вас отвезу. Блин, меня не отвезли. Да я не это, я вас собираюсь везти, вы не знаете, куда вас везти. Скажите, куда вас везти. У вас же есть адрес. Ну как, можете же адрес сказать. Забыла же. Ну забыла, бывает, вспомните. Я же заплатила деньги. Ну вы деньги заплатили, а адрес забыли. Как я вас повезу-то? Ну что такое? Подождите, не переживайте, успокойтесь. У вас же есть адрес? Позвоните кому-нибудь своим, позвоните, я спрошу у них адрес. Я вам деньги платила. Вы деньги мне платили. Куда вас отвезти? Домой. Домой? Правильно. Скажите, где вы живете? Адрес. В Ересе. Дом, какой дом номер? Два. Дом, правильно, дом, два. А улица? Подождите, ну скажите. Ну не плачьте, подождите вы. Вы плачете и смеетесь. Вспомните адрес какой. Мам, деньги платила? Оплатила. Я отвезу вас, ну скажите, куда адрес-то? Или так, покажите, туда-туда, я повезу вас туда. Туда. Поедем. Вы говорите, поедем туда, а потом поедем туда. Вы знаете, куда ехать? Да, я не знаю. Ну вот покажите, куда, сейчас прямо поедем? Кослужик, поедем в Кослужик. Кослужик? Я в Кослужик поедем, потому что я же знаю, куда поедем. Не дайся. Это село? Это не село, это просто Кослужик. Это улица такая? Да подождите, я вас довезу. Постойте, я вас другому таксисту отвезу, и он вас довезет. Сидите, сидите, пешком не ходите, я вас довезу до другого таксиста. Поехали. Ну он-то вас поймет, я вас не понимаю, он поймет. Вы не поймете. Как я не понял, может он поймет. Поедем к другому таксисту. Я не знаю, что это такое, послужит. Ну сидите, я вас к таксисту отвезу. Центр Горно-Алтайск. Такая вот